Дело Алексея Белобородова, бывшего управляющего делами администрации края, передано в суд. Его обвиняют в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Краевые следователи завершили расследование двух уголовных дел. По данным следствия, в 2013 году Белобородов обратился к своему знакомому, директору строительной компании Евгению Факанову, чтобы его фирма стала единственным подрядчиком на объектах подведомственных управлению делами края. Контракты были заключены в обход всех конкурсных процедур, по данным следствия. В течение 3 лет за эту услугу Белобородов получил от Факанова взятку в виде безвозмездного строительства и ремонта принадлежащих ему объектов недвижимости на сумму более 3 600 000 рублей. И это не единственный факт, доказывающий вину Белобородова. Несмотря на то, что он своей вины не признал, второй обвиняемый Факанов оказывал содействие следствию. Следователи провели бухгалтерские и строительно-технические экспертизы, опросили большое количество свидетелей. По итогу был наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемых Белобородова и Факанова на общую сумму более 70 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к инкриминируемым им деяниям, в связи с чем уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.